Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 августа, и как обычно, в конце августа, начале сентября заходит разговор обязательно ежегодно о хранении томатов. Как сохранить томаты, какие нужны условия. В прошлом году я тоже подробное видео снимала, показывала, как я отбираю томаты, какие зеленые в одну сторону, недозрелые в другую сторону. Сейчас я еще раз, хотя, может быть, уже не так подробно, хоть и бегло, но расскажу, как сохранить томаты, и скажу, что вы должны в первую очередь для себя решить. Вот смотрите, пройдя вот по этим, вот сегодня утром я показывала лотки, у нас выглянуло солнышко к вечеру, пройдя по этим лоткам, любой человек заметит, что томаты неоднородные, какие-то более спелые. Вот с теплицы последний штраух собрала, он спелый, он годится только для еды, или вот как для прям сиюминутной переработки, ни о каком хранении речи быть не может. Какие-то томаты буренькие, какие-то совсем зеленые, потому что если я вот один ряд беру, я уже выборочно сейчас их не выбираю, я просто снимаю все томаты подряд, и если они не успели доспеть, значит, я их буду спускать в подвал на хранение, потому что погода портится, ночью уже холодно, становится дождь. Я боюсь, что вот от сырой, от мокрой погоды они начнут закисать. Тут у нас еще слизни. Ну все, короче, если ряд беру, собираю весь. Что же мне с ним делать? И какие выбрать для хранения, для какие для переработки? Начинаем с того, что мы должны решить. Ну вы лично, например. Для какого хранения вы хотите, как долго хотите сохранить томаты? Ясно, что вот вернемся к самым спелым. Если самые спелые, вот у меня ринет последний скороспелый. Если самые спелые, конечно, они не сохранятся. Сохранятся, может быть, в холодильнике неделю. Их нужно переработать сразу. Вот этот штраух сейчас будет или в лечо пойдет, или будет хреновина, или будет добавка в суповую заправку. Все. Дальше идем. Те, которые вот бурые уже, и меланжевая спелость, вот такая бывает, которая только-только начинается. Эти томаты поспеют очень быстро. Но они уже, можно сказать, спелые, они уже мягкие, все. Такие томаты тоже долго не прохранятся. Если вы хотите их хранить дольше, нужно в прохладное темное место. Например, я укладываю зеленые в подвал. У меня там темно и градусов 7, 10, 12. Вот так, хранятся дольше. Если вы хотите, чтобы они поспели быстрее, значит, на солнце, на подоконник или в любом теплом месте. Я вот сейчас принесла в придомовую теплицу. Здесь дождя нет, здесь тепло днем. Поспеет в течение 2 дней. Вот это тоже очень важный нюанс. На какой срок вы хотите сохранить? Или вам нужно, чтобы они быстрее поспели, или вам нужно растянуть вот это вот созревание на длительный период. Дальше идем еще к более зеленым. Мы рассказывали вот о таком, которая почти спелая. Это она почти не будет храниться долго. Потом идет фаза меланжевая зрелость или молочная зрелость. Сейчас покажу, где молочная. Ну, примерно вот такая. Он еще даже не бурый, но он уже светлеет. И он не темно-зеленый. Вот смотрите, он был такой. Вот, это совсем зеленый. Потом он становится вот такой, это молочная зрелость, все. Вот эти и вот эти две фазы молочной зрелости и зеленые, как лягушата, подходят идеально для длительного хранения, для зимнего хранения. Но тут важно соблюсти условия, главное, чтобы было прохладно, чтобы было не очень влажно, суховато. Вот у меня в подвале, я в частном доме, у нас подвал под частным домом подходит идеально. Там влажность, я правда не меряю, у меня спрашивают, какая там влажность, я даже не знаю прибора, для измерения влажности у меня нет. Вот там 7-10 градусов зимой. Там сухо, холодно и темно. Лежат до Нового года, но опять разные сорта, все по-разному. Петруша, вот он лежит меньше, чем эти. Здесь у меня их нет, я буду позже их снимать. Банан оранжевый в прошлом году, оранжевые сливки, вот эти сливовидные все. Ну, которые небольшие, сливовидные и перцевидные. Петруша, он как-то более большой плод, он более мясистый, и он почему-то созревает быстрее. Так, вот такие и такие можно положить для зимнего хранения. Тогда холодно, чтобы и темно.
А если наоборот вам нужно, чтобы они поспели побыстрее, вот этот тоже он уже скоро поспеет, значит, должны на свету и в тепле оставить. Вот это место у меня как раз здесь светлое, теплое. Но я тут все их не оставлю. Я сейчас их буду сортировать. Спелые буду оставлять. Буду работать с ними на переработку. А зеленые буду спускать в подвал. Ничего, никаких особых условий для хранения томатов не нужно. Вот у меня, я говорю, в подвале, в простом подвале частного дома они хранятся. Некоторые хранят на застекленных лоджиях балконов. Там, где температура такая, ну, может поддерживаться долго, плюсовая, но холодная. И еще про вкус. Конечно, если мы положим в фазе меланжевой зрелости, которая уже начинает спеть, он может и не потерять во вкусе. А если мы положим хранить для зимнего хранения вот такие зеленые хлегушат, то может быть, но это зависит от сорта, что они потеряют во вкусе. Бывает, что томат поспеет, а вкуса и аромата нет. Он будет как трава. Это нужно, конечно, все опытным путем проверять. Какие-то хорошо созревают. Вот я знаю, что петруша-огородник, он созревает, но он остается вкусным, мясистым. И все сорта ведут себя по-разному. Еще, может быть, зависит от лета, смотря какой он должен быть вообще априори. Должен быть у вас он сладким или нет. Делали вы какие-нибудь подкормки для придания сладости или нет. Вот я в этом году вообще ничего не делала. Я закрутилась, у меня их было столько много, что я ничем не подкармливала. Но я выиграла за счет того, что у нас было жаркое, такое теплое, жаркое лето, много солнца. И томаты сами по себе все выросли очень красные. В конце хочу показать вам интересную, томатную занавес. Я всегда вам говорила, что я в придомовой теплице ничего не выращиваю, никогда не сажу ничего. Но здесь у нас сторона южная, и тут всегда было так жарко. Вся эта жара, стена дома нагревалась, вся эта жара шла в дом. Нынче я придумала, кроме огуречной арки, которую я вам показывала, сделать шторку из томатов. Я насыпала сюда немного земли и воткнула самые длинные томаты. Казанова, Вова, Путин. Вот видите, сейчас вам покажу. Вот он, Казанова. Для того, чтобы они выросли и затенили мне. У меня не было целью получить с них томаты. Мне нужно было просто затенение, чтобы на дом не было много жары. И смотрите, я вам сейчас покажу, отойду подальше. Они выросли по 3,5 метра. Как вам показать? Вот смотрите, вот земля. Вот они идут, вот здесь у нас 1,5 метра заканчивается, 2. Вот там 3-метровая отметка. И, короче, вся эта теплица, по-моему, 3 или 3,5 метра высоты. Они доросли до самого-самого потолка. И они еще растут. Это вот Вова Путин, потом лимончики и Казанова. Они же 2-метровые должны быть. Я их ничего не делала, вот здесь не убирала, но, опять же говорю, я их специально как жалюзи, вместо шторки, вместо притенения делала, чтобы не было сильно жарко. Не ждала я от них никаких плодов, мне нужна была вот эта зеленая занавесь. Ну, они дали мне, конечно, еще и плоды немножко, тут я уже лимончики оббирала, Вова Путин вообще вот такенный вырос, здоровый. Тут у меня растет еще Казанова, поспеет скоро. Даже несмотря на эту занавесь, очень жарко. Вот, так что у меня я томаты не только для еды иногда использую, но и вот в таких вот, в практических целях иногда помогают. Все, я надеюсь, в нескольких словах обрисовала ситуацию, что делать, когда вы хотите сохранить томаты. Первое, вы должны знать, для каких целей, или сейчас вы будете, или вам надо ускорить созревание, или замедлить. От этого зависят условия, в которые вы должны их поместить. Все они по нашему желанию могут сделать, могут быстро поспеть, могут долежать до Нового года. Но главное тут удачно подобрать сорта. Все, до свидания.